человека можно будет цель слетать в космос, а у настоящих профессиональных космонавтов цель не слетать в космос, а цель летать в космос. Поэтому после первого полета есть цель выполнить второй полет. После второго полета очень хочется выполнить третий полет. И так далее, пока позволит здоровье. Ну и пока будет руководство согласно, чтобы ты не там в космос.